Чемпионат юниор-профи стартовал сегодня в Тюмени. Это соревнование для школьников от 10 до 17 лет по инженерным направлениям. Юных изобретателей региона принимает детский технопарк «Кванториум». Всего заявились 144 человека. Они пробуют свои силы в нескольких компетенциях. Интернет-вещи, робототехника и промышленный дизайн. Среди участников есть и опытные. Эти студенты техникумов уже определились с профессией и планируют продвигаться по специальности дальше. Сегодня им нужна обратная связь от экспертов. На основе знаний, которые мы получили в Junior Skills в прошлом году, мы сделали мышь, только доработали ее и отправили на квантариаду. Чтобы не создавался лучевой синдром, и руку нужно было развернуть на 90 градусов, таким образом мы получаем вертикальную мышь, которая как джойстик работает, но при этом руки не затекают.